Сборная Казахстана по теннису уступила в стартовом матче командного чемпионата мира Кубок Дэвиса 2022. Казахстанцы проводят свои матчи в шотландском Глазго. Первой соперницей была сборная Нидерландов. Во всех трех матчах пришлось играть максимальные три сета. Я люблю свою страну, я играю свою страну. То, что соперники меня, болельщики поддерживают меня как и на стадионе здесь, так и дома в Казахстане. Только за счет вот этой любви, веры, поддержки болельщиков, поддержки команды мне удается возвращаться в такие матчи. Для Михаила Кукушкина противостояние с Нидерландами особенное, уже 30-е в карьере за сборную. Но скидку юбиляру соперник давать не собирался. Стартовый сет был проигран 1-6. Однако затем уже опыт и характер казахстанцев взяли верх. Во второй партии наш ветеран выиграл 6-3. Но в решающем сете Михаил все же уступил. Далее на корт вышел лидер нашей сборной Александр Бублик. Взяв достаточно уверенно первую партию, затем в двух последующих казахстанец проиграл. В заключительном матче к Бублику присоединился Александр Недовесов. И они сыграли с соперниками парный матч. Ребята спасли общую ситуацию и, победив, принесли сборной очень важное турнирное очко. Знаете, как бывает, что выиграли это одно очко, а потом из-за этого одного очка можно пройти в четвертьфинал. Поэтому в любом случае, где-то в середине матча я понял, что ну, очко-то может и потом помочь. Я об этом сказал Саше и начал более сконцентрированно играть.